С вами Светлана Никичук, и вы на моем YouTube-канале. Сегодня я хотела бы, знаете, с вами поговорить на такую очень интересную тему «Ожидание и реальность». Вчера пришла мне идея этого видео. За разговором с дочерью я поняла, что это очень актуальная тема для многих. Сейчас расскажу, почему. У меня дочь, ей 18 лет. Она учится в университете на врача ветеринарной медицины. Вот. Она очень хотела туда поступить, и она поступила. Она всю жизнь любила котиков, собачек, всех животных, червячков. В общем, это реально, знаете, вот когда она сказала, что она хочет быть ветеринаром, тут даже мысли не возникло, что это не твое. То есть это понятно было, что это ее еще, наверное, с детского сада. И проходит сейчас 2 месяца обучения, да, сегодня октябрь, вот как раз получается, 2 месяца она проучилась на стационаре. Она мне вчера говорит, что, мам, ты знаешь, мне кажется, это не мое, это не то, чего я хотела. Я понимаю, что она столкнулась с какими-то сложностями, которые не ожидала, да, увидеть, с которыми не ожидала столкнуться, что ее очень сильно напугало, и вплоть до того, что она уже готова дать дёру с университета и искать уже что-то другое. Ну и в процессе разговора мы с ней, ну, как бы пришли к такому интересному выводу. Ее ожидание было такое, что она у меня врач, да, ветеринар, она в клинике, ну я так представляю, да, как она могла себе это представить, в белом халате, все так красиво, уютно, приводят собачек, кошечек, все это так мило, она так любит этих животных, теперь этих животных так много, ей их ведут, она их лечит, ее благодарят, ну вот эта картина, да, вот как бы картина ветеринара. По факту она приходит в университет, и они начинают учить какой-то гимн ветеринаров на латыни. Они начинают учить латынь, они начинают учить кости, мышцы, связки. Полностью изучать строение животного. А до халата еще очень далеко. И понятно, первый курс это всегда сложно. И она настолько была расстроена, что она понимала, что она будет учиться, все это было понятно, что не сразу же пойдет работать, но что до животных, да, до контакта с животными, это еще огромный-огромный путь. И она была не готова к этому, она была к этому просто не готова. Вот. Ну и мы с ней общались, наверное, 40 минут, в процессе чего мы поняли, что она на самом деле столкнулась со сложностями физики, химии, которые ей всегда тяжело давались. И именно эти предметы сейчас в ней такое, знаете, возбудили такое негодование, что почему шла к животным, а учу опять физику. Вот. И вы знаете, пока я с ней говорила, я поняла, что пугает людей на первых шагах каких-то изменений. В том же похудении, в том же, там, не знаю, изменений профессии, изменений какого-то там, там образа жизни. То есть у человека есть какое-то представление, да, вот как ко мне приходят на курс, очень много людей приходят на курс, и много людей подают заявку на первую бесплатную неделю, но не все остаются после первой бесплатной недели. А я знаю почему. А потому что не все готовы работать. То есть, ну, по сути, да, когда смотришь до и после, а у нас их очень много классных результатов, очень много интервью, вы уже, скорее всего, видели, да, когда смотришь Света, которая похудела на 70 килограмм, Юля, которая похудела на 50 килограмм, там, Лена, которая похудела на 20 килограмм, классно же, классно, вот есть реальные результаты, я тоже так хочу. И
ты думаешь, ну, я тоже так смогу, да, какая-то появляется вера в себя, вера в то, что у тебя получится, ты идешь, многие причем ждут какой-то секрет, что будет какой-то супер-пупер секрет, и там какая-то волшебная таблетка, кто-то, ну, как бы образно говоря, да, а кто-то напрямую реально верит, что волшебную таблетку дадут для похудения, и надо будет только лежать и ждать, когда вес уйдет, вот. И ты думаешь, что сейчас тебе дадут такой легкий путь, что те люди, на которых ты смотрел, они легко этого достигли. И твоя картинка, а твое ожидание, да, что ты сейчас прошел месяц, и у тебя, да, не надо мне там 70 килограмм, как у Светы, пусть будет хотя бы 20 килограмм. Вот, ну вот, да, за месяц так и будет. Она приходит на курс, и ты начинаешь работать с ней со снов. Ну, а с чего же еще? И мы начинаем говорить о том, что нужно взвешивать еду, нужно носить с собой контейнеры, нужно ходить 10 тысяч шагов в день, нужно пить воду, нужно стараться хоть каким-то, да, какой-то, каким-то движением заниматься. Там, мы не говорим про спорт, но хоть что-то делать. То есть, по сути, ничего нового. И ты пашешь, да, начинаешь там носить с собой эти контейнеры, отказываешься от сладкого, отказываешься от алкоголя, ты начинаешь там ходить 10 тысяч шагов в день, а может быть, ты вообще пошел в фитнес-клуб, и ты занимался целую неделю, и у тебя на весах минус килограмм. И ты думаешь, это вообще было не мое ожидание. То есть реальность, она оказалась не той. Ты думал, все будет легко, ты будешь есть то, что ты хочешь, от сладкого отказываться не нужно, заниматься спортом не нужно, и у тебя как минимум за первую неделю должна уйти десятка, и ты расстраиваешься. И думаешь, господи, а во мне 100 килограмм, это же мне, чтобы похудеть на тех там 20-30 кило, это надо год так пахать, год. Да, как моя Саша подумала, что мне нужно 6 лет учить эту латынь, 6 лет учить эти кости, мышцы, до того, как я приближусь к своей картинке реальности, да, когда я буду в халате, и когда эти собачки, кошечки будут ко мне приходить на лечение. И вот, знаете, вот в этот момент отваливается много людей. Вот в такой момент многие сходят с дистанции. И кто-то говорит, что это слабая мотивация. Возможно. Возможно, да? А кто-то говорит, что там слабая сила воли. На самом деле это просто-напросто непроработанная мысленно, да, непроработанный путь к достижению цели. Есть очень много разных техник. Смарт, там, конец, там, их много разных есть. Ну, я пользуюсь в основном техникой смарт. Когда мы говорим о том, что не просто поставьте цель, да, не просто запланируйте то, чего вы хотите, да, хочу похудеть на 20 килограмм, хочу стать врачом, хочу там, зарабатывать там, $1000 в месяц, хочу купить квартиру, а не только конечную цель запланируй, а ты спланируй свои ежедневные действия. То есть ты должен расписать, а что тебе нужно делать каждый день, чтобы стать успешным врачом. К чему ты готов? На что ты готов? То есть, и когда мы начинаем прописывать вот свою цель вот так подробно, мы начинаем, во-первых, погружаться в реальность, да, то есть уже не только погружаться в ожидание, а погружаться еще в реальность, когда ты думаешь, ну да, в принципе, я же не могу сразу там со школы стать хорошим врачом. То есть для этого нужно пройти какой-то путь. Окей, я готов поступить, да, учиться. Учиться надо 6 лет. Ага, все, сказал себе и уже проникся этой мыслью, что да, 6 лет, не месяц, не 2 месяца, да, не год, а 6 лет. Дальше ты думаешь, так, а что же мне нужно делать каждый день тогда? А каждый день, да, мне нужно учить мышцы, кости, связки, латынь. Да, ну и так далее. То есть, да, и химию, и биохимию, и биологию, все это нужно будет учить, нужно будет сдавать экзамен, нужно каждый день ходить в универ. И ты, когда вот планируешь каждый свой шаг, ты себя настраиваешь на это. То есть у тебя не только картинка ожидания, а у тебя еще выстраивается картинка реальности. И причем, знаете, вот в этот момент, мне кажется, чем жестче ты пропишешь свою реальность, пусть она даже где-то будет
не такой, ну, в реальности все будет гораздо легче, но пусть вот в твоей, в твоем плане это будет гораздо жестче, чтобы потом, ну, наоборот, посмотреть, думаешь, ну, посмотришь на свой путь, да, и смотришь, ну, я думала, что будет тяжелее. Вот. То же самое с тем же самым снижением веса. Вы просто планируете, что вы должны делать каждый день. Да, не просто видеть себя, а сейчас пойду там на курс, на марафон, еще куда-то пойду, пойду к диетологу, он мне даст программу питания. Это же самое главное, да, взять программу питания и все, и ты уже в априори должен быть худым, потому что у тебя есть программа питания. Но это не так. Это твой труд каждый день. Ты каждый день будешь над этим работать. Это тебе надо будет готовить. Это тебе надо будет взвешивать. Это ты скажешь «нет», когда тебе принесут кусок торта. А так и будет. Твои сотрудники начнут тебе носить торты, конфеты, угощать тебя со всех сторон, как только ты заикнешься, что ты на диете. Это тебе надо будет делать. И когда мы подходим к своей цели с этой стороны, да, что мы прорабатываем сами с собой, прежде всего, с собой. Мы проговариваем себе это. Что я буду делать? К чему я готов? Я готов каждый день носить свои контейнеры. Я готов каждый день взвешивать еду. Я готов стараться найти возможность пройтись пешочком побольше, да? Там, подняться на третий этаж без лифта. Я готов. Я готов, готов, готов. И я буду это делать. И потом, когда ты еще понимаешь, ради чего... Мы еще вот с Сашей говорили вчера, ради чего все это? Это же не просто ради любимого увлечения животными, да? Что это для нее это хорошее будущее. То есть ты работаешь в чистоте, в тепле, в красоте, да? А врач — это достаточно уважаемый человек, это хороший доход, это возможность открыть свою клинику. То есть мы с ней проговорили все ее перспективы, да, и возможности. Ради чего это? Это не, ну, не ради того, чтобы просто быть врачом. Это ради каких-то перспектив, ради каких-то благ жизненных. Да, что ты не будешь загнанной мамой, которая будет бегать там между тремя работами и думать, чем прокормить детей. А ты будешь, в принципе, работать, да, это хорошо оплачивается работа. Это всегда работа на дому, можно сказать. Можно и дома принимать тех же животных. То есть... Ты понимаешь, ради чего это? И то же самое вот в постановке цели важно понять, для чего ты хочешь, какой путь тебе надо будет пройти, длительность этого пути, сложности на этом пути и ради чего ты туда идешь. Вот тоже важный момент. Ради чего? Что изменится в твоей жизни? Какие блага тебе принесет эти изменения? Да? Насколько кардинально твоя поменяется жизнь, когда ты похудеешь на свои 20 килограмм. Вы знаете, я настолько прямо вчера вот на таком примере, да, я увидела, я прям четко увидела мысли, ощущения, страхи тех людей, которые ко мне приходят вот на первую неделю, да, они подают заявку, и в конце первой недели они сдуваются. Потому что я говорю, да, да, надо взвешивать. Ну а как без этого? И да, надо готовить себе пока отдельно. Ну, в будущем ты сможешь готовить на всю семью и отложить себе столько, сколько нужно. Но до этого придется какое-то время готовить себе отдельно. И если ты научишься оптимизировать свое время и все процессы, это не будет занимать лишнее время, это не будет занимать много времени. Это все легко устраивается в жизни, да, потому что я сама не теоретик, я сама практик, и таких практиков у нас уже тысячи людей, которые это прошли и нашли возможность, да, организовать свою жизнь так, чтобы не сильно менять свой быт, и тем не менее найти возможность достигать свою цель. И вот сегодня, знаете, я вот хотела в этом видео просто поделиться именно вот этой мыслью, что почему наши ожидания и реальность не совпадают. Потому что ожидания мы строим в ярких картинках, мы их представляем, мы их проживаем, прочувствуем, да? Вот, ты прямо представил и оказался там, ты ощутил каждой клеточкой своего тела, что будет там, ну, в конечном результате. Но когда ты начинаешь погружаться в реальность,
ты понимаешь, что все на самом деле достаточно сложно, и каждый путь к успеху, к любому успеху, он всегда будет через тернии. Если мы говорим об образовании, ты будешь много учиться, ты будешь не спать ночами, ты будешь сдавать экзамены. Если мы говорим про здоровье и снижение веса, да, ты будешь работать с питанием, своими привычками, с образом жизни. И здесь придется принять эти изменения на всю жизнь. Это не может быть временным. Так вот, что хотела вам сказать о том, что всегда, когда вы думаете про свое ожидание, спланируйте свою реальность. И я уверена, что если вы хотя бы просто продумаете свой путь, хотя бы просто продумаете, вам уже легче будет его принять, и тем более легче будет его пройти. С вами была Светлана Никитчук. Всех обнимаю. Всем пока.